Власти США дополнили список компаний, против которых введены американские санкции. В нынешний раз, как заявляют, это не связано с Украиной. Вашингтон объяснил введение ограничений нарушениями закона штатов о запрете на поставки ядерного оружия Ирану, Северной Корее и Сирии. В список попали сразу 5 крупных российских предприятий и объединений, работающих в сфере обороны. Среди них Рособоронсервис и авиационная корпорация МиГ. Подобные претензии звучат и в адрес других государств, в их числе, кстати, Китая. На этом фоне обсуждают, как будут развиваться дальнейшие отношения Пекина и Вашингтона, куда в конце сентября запланирован визит китайского лидера Си Цзиньпина. В российском медиа уже назвали расширение санкционного списка отражением линии на осознанное разрушение плодотворных отношений с Москвой. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Россия примет ответные действия и, цитата, «этот ответ не обязательно будет зеркальным».